Эй, Джефф! Поздравляю с сегодняшней церемонией! Скорее бы это закончилось. Выступать на публике страшнее, чем грузовик полный демонов. Но я звоню не поэтому. А почему? Я узнал, что демоны планируют явиться на стройку Фирка в центре города. Жена убьет меня, если я сорву церемонию, чтобы погоняться за бандитами, но... Может, дружелюбный сосед-напарник поможет мне? Понял. Я проверю и дам знать, что найду. И еще. Совет насчет публичных выступлений. Представь, что они все в одних трусах. Ну, кроме Осборна. А, лучше забудь. Бараньки. Я думаю, какая сволочь меня стреляет. А он, оказывается, прям под... О, Джона. Друзья, Джона проснулся. Мне сообщили кое-что об Эдриане Тумси по прозвищу Стервятник. Оказывается, этот крылатый преступник заболел раком. Его перевели в лазарет плота для лечения. Платить за которое, без сомнения, будут из городского бюджета. Так вот у меня вопрос. Зачем вообще на плоту есть лазарет? Это тюрьма для опасных маньяков. Пусть их болезнь идет своим чередом. Я понимаю, это тяжело. Как и мое налоговое бремя. Кажется, кто-то платит слишком много налогов, что ли? Так, теперь мы направляемся... Вот, Джона. Новости кричат. Жители Нью-Йорка в ужасе от новой битвы Человека-паука со стрелками в масках демонов. Следующий звонок из того района. Вы в эфире с Джейм Джона Джеймсоном. Да, вот, дело в том, что все произошло в порту, который был годами закрыт. И некому там было до ужаса пугаться. О, это ваше экспертное мнение? А вот что сообщают источники, которым я привык доверять за свою славную журналистскую карьеру. Этот порт был прикрытием Уилсона Фиска. Он хранил там контрабандное оружие, гранаты, военное снаряжение. О, это многое объясняет. Ага, снаряд правды попал в цель. Ну подождите, а вот вам еще взрывчатый факт. Пока Человек-паук пытался прославить себя, гоняясь за одним грузовиком, другой скрылся с арсеналом смертоносного запрещенного оружия. Фиск, хоть и преступник, не позволил бы использовать это в городе. Но демоны, или они какой-то культ фанатиков, или им просто все равно. Теперь все чувствуют опасность. Вот так вот. Тирует. Джону послушаю. А вот еще одна сплетня о Человеке-пауке, который меня пытался, как говорит молодежь, затроллить его фанат. Якобы Человек-паук затыкает дыры в городских водяных баках. А я скажу вам, зачем этот пустоголовый паук ползал в эти сливные отверстия, народ. Юрий, на этой стройке преступников не меньше, чем на острове Райкера. Мне не получить ордер на обыск. Если что, я тебя не прикрою. Ну, как всегда. Не дали договорить Джонни. Надо их нокаутировать. Так. А ты что, ему хотел помочь? Ну и все. Сейчас мы остальных тихонечко устраним. Пока это безопасно. А потом уже будем уклоняться там. А, там два типа. Вон один слоняется, ходит. Куда идет? Сейчас бы копейку. Да какой тебе? Наверное, барабаньки. Вот и все. Кончилось. О-о-о.
ничего, по роже я вам надавать успею. Он под себя там выстрел, рокет джамп решил сделать. Наркотики? Это не зря. Сегодня! Не сдохнешь! Что это за фигня? И приведи его наконец! Так, кто там еще? Отлично, подмога! Ребят, Фиска тут нет! Могли бы просто слинять! Да ё-моё! На! Правильно сказал. Не дадим ему победить! Давай, носи! Дешевый трюк! И фееричные бои. Опять подкрепление? Ну ладно бы вы хоть на клоунских машинках приезжали. Колебали вы со своими эти. Хорош, полка! Ненавижу, гада! Откуда ты там стреляешь? Заколебал уже. Еще один. Ты очень серьезно ошибся. Это ты ошибся, братишка. Ух, тайник Фиска мы прошли. Юрий, у меня тут кучка бандитов без сознания и новая модель наркотика в нетронутой упаковке. Отлично, я сочту это за анонимный звонок. Отлично. Все, это мы прошли.